прекрасный солнечный день. Я, кстати, не вижу вообще, что я записываю за солнцем, но это не может не радовать. Мы едем записывать песню. Звезды на небе рассыпались. До студии подведите, пожалуйста. 500. Ой, договорились. И поехать на метро, потому что мы увидели один красный цвет на Яндекс.Картах. О, Господи. То есть ты понимаешь вообще, в какую погоду мы выходили и в какой погоде мы сейчас оказались? Но я уверена, что это было правильное решение ехать на метро. 100%. Вот смотрите, как мы все притягиваемся друг к другу, друзья. Встретили нашего аранжировщика на Марксистской. Привет. Собственно, Саша и аранжировал песню, которую мы сейчас будем записывать. Вот так. Маш, успокойся. Тебя чувствую на расстоянии, и наши руки полетели навстречу. Ты где-то глубоко в моем сознании, в мыслях я провожу с тобой вечер. Я фантазирую, как выглядишь ты, я знаю все твои эмоции. Быстровато, да, немножко? Быстровато мне, сейчас да? было, да? Мне комфортно. Ну, я не обязательно. Банально просто. Алексей Юшкевич. Юшкевичус. Юшкидзе. Юшканян. Юшкович. Попробуем. Класс, класс, класс. Звезды на небе рассыпались, твое лицо рисуют мне, мои мысли посыпались. Мои чувства лишь о тебе, звезды на небе рассыпались. Твое лицо рисуют мне, мои мысли посыпались. Мои чувства лишь о тебе. Вот, а мне все-таки, мне здесь больше видится вот такой другой рисунок на припеве. Отсюда 8 тактов будет. Давай вот отсюда тогда. Закрываю дверь. Я фантазирую, как выглядишь ты. Быть может, мы уже встречались. Да так и есть. Послушай мою песню для тебя здесь.
тебя чувствую на расстоянии, и наши руки полетели навстречу. Ты где-то глубоко в моем сознании, в мыслях я провожу с тобой вечер. Я фантазирую, как выглядишь ты. Я знаю все твои эмоции, морщинки и черты. Быть может, мы уже встречались, да так и есть. Послушай мою песню для тебя здесь. Звезды на небе рассыпали.